Как ты пронес эту дуру через таможню? Дипломатический иммунитет. Прекрасно. Это укрепляет мою веру в службу безопасности аэропорта. У тебя не должно быть пистолета, Данко. Хотя вот что я тебе скажу. Разъясни, что у тебя там с Виктором, и пистолет останется у тебя. Забирай. Слушай, блин, хорош уже, а? Быковать по-русски можешь в шахматах, а здесь не надо. Это что, форма для пенсии? Теперь я работаю в гражданском. В гражданском? Выглядишь как Гамби. Им и будешь. К твоему сведению, капитан, я подстрелил одного вашего русского. К сожалению, он не умер, лежит в реанимации. Тебе надо с ним поговорить, когда придет в себя. Когда это случится? Это что, телепередача? А я что, похож на доктора? Сперва другие вещи. Гамби! Ты куда собрался? Спокойно, спокойно, он со мной. Спасибо. Вы зачем поднялись из постели? Собирается найти Виктора. Как здорово, не своди с него глаз. Почему я? Потому что я так сказал. Он важный свидетель. Возможно, Доннелли решит, что делать дальше. Почему всю говенную работу валят на меня? Потому что она идет тебе, Риддик. Идешь со мной? Ты слышал, я выполняю приказ. Отвези меня в тот же отель. Я чё, блядь, похож на таксиста? Да.